Тапиелозавр был выведен на основе ДНК плотоядного монолофозавра и тапижары, птерозавра, любящего фрукты. Несмотря на острые зубы, тапиелозавр остается всеядным, он питается как фруктами, так и мясом. Две мощные ноги тапиелозавра позволяют ему хватать добычу в полете эффективнее многих динозавров. Впечатляющие гребни тапиелозавра растут вместе с ним. Взрослые особи с их помощью нагоняют друг на друга страх,